Тихновского. 9 баллов — это много для Виталий Новиков. Второй и третьей пары турнира. Слишком большой зазор, а потому у Светланы Куликовой и Виталия Новикова есть не теоретические, а даже практические шансы попасть как минимум в тройку. Интересный музыкальный набор. Muppet Show, затем Sinatra и Нью-Йорк, Нью-Йорк, ну и потом Кабаре Лайзы Минелли. Из всех танцев, которые мы наблюдали сегодня, оригинальных, этот, пожалуй, когда вкатается, будет самым эффектным. Ну, впереди еще у нас выступление лидеров этого турнира. Бельбан Агоста. Но, в отличие от других спортсменов, от других танцев, этим-то двум отдохнуть уж точно в оригинальной программе негде. Знаменитая компоновка элементов в исполнении Татьяны Тарасовой. Все-таки в параллельной дорожке, да и в начале этой немножко, как будто наблюдается скованность в движениях Виталия. Весьма вероятно, что это связано с той травмой, которая ему портит жизнь последние несколько недель. В любом случае, в той же самой параллельной дорожке, уж если придуманы какие-то, какая-то серия твизлов, то это интересная серия твизлов. Это
смена ритма, смена вращения. Зачем ты лишний оборот сделал? Ну вот лишний оборот он сделал на заключительной серии твизлов. Татьяна Анатольевна у нее спрашивает, зачем ты сделал лишний оборот? Поддержку держал. Считал. 101, 102, 103. Да, 101, 102, 103. Вначале близковато стали к этому борту. Очень четко и без каких-либо проблем организаторских, мне кажется, идет работа между парой Куликов-Новиков и Татьяной Тарасовой. Света уже давным-давно работает с Татьяной Анатольевной. И Виталий, как мальчик интеллигентный, очень впился, вписался в эту компанию легко и без каких-либо разногласий. Осталось только положить всю свою жизнь в ближайшие годы на то, чтобы работать с утра до вечера. И все будет в порядке. Они получают 50 баллов. Это на балл меньше, чем у Меган Уинг и Эрона Лоуи. Таким образом, остаются на четвертом месте.